такая практика. Такие встречи уже стали традицией. За круглым столом собрались чиновники, общественные деятели и представители туристского бизнеса. По перевозке, там, например, автомобильного транспорта, если мы сейчас говорим. Лето на носу, а значит и спрос на путевки вырастет. Как показывает практика, возрастет и количество нерадивых турагентов. Турагент, ему достаточно зарегистрироваться в налоговой. В чем тут вырисовывается очень большая проблема? Что турагент, агентом может стать любой человек. Требований к открытию турагентства нет никаких. Всего за год в области число туристических компаний увеличилось вдвое. Вот только присутствующие такой статистике не рады. Большинство из новичков – посредники, то есть турагенты. Покупают у туроператора готовые путевки и перепродают. И в случае что, отвечать придется либо туроператору, либо самим отдыхающим. Предложили дешевую туристическую путевку, и вы не проверили документы, а это оказалось компания, которая не туроператорская. Понимаете, она не имеет лицензии. Значит, у ваших детей, которые поедут в туристическую поездку, не проверят ни автобус, не проверят ни документы. В конце встречи чиновники пообещали разработать законодательный акт, по которому можно будет контролировать турагентства, работающие с детскими группами. Роман Базан, Александр Королев, новости, Телеобъектив.